Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, я снова в игре Сталкер. И знаете, вот я смотрю на страшное лицо стрелка, да что ж там лицо ебало. И мне кажется, что его мать при зачатии этого уродца переспала с крысой. Ну, с крысой мутанты, вы поняли, о чем идет речь, но посмотрите на него, просто ужасен. Причем в Чернобыле он был очень даже ничего. Похож на человека. В общем, я уже чую, что концовка рядом. Сейчас вот нас только потрясет, прокачает. Походу, все. Как там? Ага. Они, видимо, даже двери запирают такие, смотрите-ка, предусмотрительные, чтобы был настоящий комфорт и уют. В общем, ждем. Что? Так, выброс, похоже, прошел. Лейтенант, свяжись с центром. Так точно. Так, что? Что делаем? Центр. Центр на связи. Это гуф, блядь, и Айза, и Слим, блядь, и Птаха, центр. Спасибо центру за это. Что, все, что ли? Ну, что ты стал? Почему не было связи? Выброс, товарищ генерал. Во время него связь невозможна. Ясно. Ладно, слушай. Операцию «Фарватер» берет под свой контроль СБУ. Майор Дегтярев рядом? Да. Теперь он у вас главный. А вот и нет. С ним сейчас свяжется его командование. Вас понял. Сейчас мои парни все разрулят. Ничего, не кипишуйте. Здесь майор Дегтярев. Связь хорошая. Добро. Назначаетесь ответственным за завершение операции «Фарватер». Ковальский с отрядом «Скат» будет вам содействовать. Доложите текущую ситуацию. На данный момент удалось получить документы об экспериментах на территории зоны. Кроме того, к нам пришел сталкер, который побывал на ЧС. Кличка «Стрелок». Он готов с нами сотрудничать. Есть. Я получил достоверные данные, сведения от стрелка только подтверждают их. Вертолеты были поражены аномалиями, расположение которых изменилось во время выброса. Это не было учтено при составлении карт перед операцией, поэтому десант и погиб. Теперь учтем. Значит, у нас есть время до следующего выброса. Вас со сталкером подберут на точке Б-28. Группа «Скат» эвакуируется с вами. Вертолеты уже поднимаются в воздух. Конец связи. Ну что, бойцы, все уловили? Слушай мой приказ. В пути не расходиться. Держаться группой. Сталкера беречь, как зеницу ока. Какой нахуй группа? Нас осталось человека 3. Ну и отлично. Готовимся к отправке. Майор, можно тебя на пару слов? Что тебе опять нужно от меня, узурпатор? Не, ну чё, в принципе-то, чё тянуть-то? Думаю, пора уже стартовать, сейчас я только проверю там броньку, как она там себя чувствует моя. Так. Ну, чутка не помешала бы, конечно, подчинить. Так, теперь немного... Давай же, отстань от меня, болтун какой. Так, препаратов медицинских, спасибо, очередной мне набор тушенки дали. Ну, я думаю, что пора начинать. Так, у меня перегруз. В честь чего? Так, это я выкинуть не могу. Блин, у меня очень много тушенки оказалось. Нет, я думаю, что надо перед таким серьезным выходом съесть, блядь, 7 килограмм тушенки. Это очень здорово, поможет мне. Если что, то я... Продрещусь больше всех во время боя. Давай, полковник. Поднимай своих салабонов. Повоюем уже. Отряд, выдвигаемся.
какой отряд? С кем ты вообще разговариваешь? Здесь раз, два, все. Ну еще, блин, все, реально, все. Какой отряд? О чем? Хотя почему-то написано, что 11, 13 уже, 14, 15. Кто эти люди? Откуда они берутся-то? Так, вот, видимо, это наши. Эй, мы здесь! Алло! Долетели, черти. Все-таки долетели. Стрелок, ты был прав. Командир, зомбированные! Че, где? Опа, началась война. Отряд направо вдоль здания. Скопытился, гроши, сволочи! Опачки, нифига тут. Ну, я буду на передовой. Больше никто вообще не умеет стрелять. Так тебе, получил? А, сосунки, видали, как я хедшоты ставлю? Ты куда встал-то? Спи дальше. Так, чуваки, вы куда без меня-то? Стопэ. Там кто-то на базе остался, видите, радарчик там кто-то сидит. Какой-то трусливый пес, видимо, ему совсем жизнь недорогая, мы тут нормально, в прачечной. С кем мы стреляемся? Не вижу кого, никого. С кем воюем-то? Там какая-то перестрелка. А, вот. Я его прищучил. Прищучил. Ты уйдешь отсюда, скотина, ты понял? Все, приплыл. Ну и жаргончик. Там в здании около десятка зомбированных. Окей, да стрелок, давай, что-то мы вдвоем вообще завалим в 5 сек. У тебя опыт и у меня опыт. В конце концов, эти так, сунки, они реально мусор. Опа. 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 Нормально. Все, ненормально. Все очень. А, нет, все нормализовалось. Я снова на коне, я снова всех нагибаю. Так, все, всех мы... А, нет, еще один. Но он недолго придержит. Ух, о, уже там мои чуваки. Вы, блин, хоть предупреждайте, что там туда-сюда мы идем. Бля, заебись, ты бросил гранатку просто. Блядь, только что стреляешь ты. Там снорки, что ли, шныряют. Припяти знает, что мы здесь. Надо двигаться быстрее. Отряд, бегом! Неплохо бы, блядь, побыстрее булочками-то шевели все-таки. На кону наши блядские жизни. Да хорош по мне стрелять, да в чем дело-то? Чем я вам не угодил? А где вот, интересно, Вано и тот вояка? Не знаю, куда они тут делись-то. Да ёбаный в рот. Ну, чё вы с ним не можете справиться с двумя вонючими зомбаками? Ну, чему вас учить? Кушай гранату, родной! Спасибо, приказы выполнять мгновенно и четко. Мы в двух шагах от точки эвакуации. Пошли! Ты хуль в меня стволом дотычешь, дурочка. В двух шагах. Эй, пацаны, подтягиваемся. Мы уже у финиша, как сообщает нам шеф. Нет времени. Всем проверить оружие. Огонь открывать без команды. Чего, кто? Снорки, снорки. Много-много грёбаных снорков. Да хорош, тупец, заебали вы по мне стоять-то, суки! Безмозглые, блядь. Ишаки. Friendly fire, скотина. Бойцы, стрелять по усмотрению. Вперёд! Вы что, у вас усмотрение в меня стрелять, что ли? Надеюсь, вас всех снорки сожрут. Ух ты, ёпки! Скакал. Да, скак...
Какая все в дом, блядь. Дурилка. Что это было? Что, где? Когда? Ой-ой-ой. Ой, как нехорошо. Контролер прибежал, что ли, к нам в гости? Не это недоброе дело. Оно здесь. Что это такое? Бежим. Поцик. А? Что? Давай. Уходим! Что происходит-то вообще? Какой-то ужас. Я тут порталы открываются, как в Half-Life прям. Мне здоровья совсем нихуя нет. Товарищ майор, мы под плотным огнем. Противника опознать не можем. Долго не продержимся. А я за вас рад, конечно. Вот он. Опа, уже одного я офнул. Берегись, граната! И второго нет, как в помине. К вертушкам! Быстрее! К вертушкам, где вертушки? Серьезно. Воюем потихонечку. Эй. Так кого здесь, он кого убили-то? Нашего или нет? Эх! Скопился вояка. Порвем их! Так-то он с крысами воюет, монолитовец. Эй, алло. Это, видимо, ордаки Мечного пришли разбираться. Почему их сыну? Ааа, как так-то? Сука. Обидно было, обидно. Ничего страшного, ладно. Ну, может быть, сейчас выживет наш бравый вояка. И будет уже не так мне грустно. Может, какую-нибудь ачивку получу, которая мне нахер не нужна. Так, первым делом... Опа! Снайпер! На, сучка! Отстись! Готов! Пах! Чтобы больше такие, как ты, не размножались. Вырезал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я так не играю. Ох ты, сука, живучая, ты смотри на него. На. Это монолитовцы. Бойцы, патронов не жалеть. Выбор цели свободный. Ой, как здорово. Такой мне подарочек прилетел от кого-то из моих. Последний рывок. Потом еще один снайпер. На, тебе не жалко. Рыбок-то последний, в принципе, чё? Эй, подтягивайтесь, поцики! Там ещё снайпера работают. Боже мой, куда мы попали? Ещё снайпера! Продержаться у вертолёта. Крутится, а? Скушал мой подарочек! Кого он там скушал? Ты у меня твой... в голове валяться будешь! А чё, у вертиков же есть эти... Пулемётики очень даже солидные, почему они не стреляют? Опа. Началась настоящая война. Брутальная и бескомпромиссная. Это борьба за выживание. Я в ней. Ты кто? Ты свой. Граната прилетела. Хэндехох. Ты дерзкий, слушай. А, ты свой. Тебе положено быть таким. Ты тут, я понимаю, в баталии. ФПС падает до нуля почти. Вообще не вижу, кого стрелять главное. Надеюсь, что вы меня слышите. Черт, с пулеметами бегаю. Я пытаюсь убить кого могу. Но мы уж просто из последних сил отбиваемся.
Но мы выжили, ничего страшного. С кем не бывает гранатой. Когда хочешь жить, живешь. Вот тебе! Майор, мы готовы взлетать. Давай вертушку. А это вы что, яйца чесали? Какой-то нацизм по отношению к Гондурасу, если честно, вали Гондурасов некрасиво вообще. Да, я готов покинуть зону. Прощай, страшная и холодная зона. Холодная, как борщ в столовой в школе. Страшная, как повариха в школе, готовая, как готовящая холодный борщ. И что же мы увидим сейчас? Так, это, видимо, то, что случилось с героями после концовки. За успешно проведенное расследование Дегтярев был поощрен внеочередным званием полковника. Отказавшись от предложенной ему штабной должности, он выразил желание направиться в зону постоянным наблюдателем от службы безопасности. Информация о пси-установках, добытая майором Дегтяревым, не на шутку встревожило его руководство. Все материалы по X-лабораториям были изъяты из военных архивов и помечены грифом «особой важности». Сотрудники СБУ в зоне получили приказ любой ценой воспрепятствовать распространению информации о сути проводившихся работ. На основе промышленной документации изделия номер 62 было создано несколько опытных образцов. После испытаний от массового применения данного оружия было решено отказаться. Стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой. Впрочем, некоторые факты позволяют предположить, что совершенствование гаусс-пушки негласно продолжается. После того, как все попытки взять Скадовск под контроль провалились, Султан и его банда покинули судно. С исчезновением этой опасности слабый ручеек сталкеров и артефактов превратился в бурный поток. Бизнес Бороды стал процветать, а Скадовск в популярности почти сравнился с баром «Сторинген». После уничтожения логова кровососов твари зоны уже не могли помешать течению здешней жизни. На какое-то время старое судно стало центром относительной стабильности в изменчивом мире зоны. Между отрядами свободы и долга на станции Янов установилось шаткое равновесие. Утомленные бессмысленной борьбой, бойцы враждующих группировок стали пополнять ряды вольных сталкеров. Научно-исследовательская экспедиция профессоров Германа и Озерского увенчалась успехом. Собранные данные помогли в разработке нескольких уникальных устройств и лекарственных препаратов. В свете этого финансирование программ исследования зоны было многократно увеличено. Рассказ Гарика о судьбе военных отпугнул сталкеров от Припяти. Немногие, осмелившиеся посетить ее, столкнулись с необъяснимыми и пугающими явлениями, что лишь добавило мрачные штрихи к облику мертвого города. Рассказы об оазисе перестали быть легендами. Все чаще в разговорах сталкеров упоминались те, кто смог найти путь к этой тайной аномалии. Поток искателей не иссякает, чем и продолжают пользоваться бандиты. Новички клюют на предложение показать дорогу к оазису, но дело обычно заканчивается грабежом где-нибудь в сторонке от сталкерских троп. Местность у станции Янов привлекает все больше сталкеров. Отсутствие опасных мутантов и изобилие аномальных образований привели к тому, что в сталкерском сознании эти места стали ассоциироваться с тем самым клондайком артефактов. Слухи о судьбе Зулуса дошли до командира Долга, генерала Воронина. Ко всеобщему изумлению, Воронин представил Зулуса к высшей награде Долга – ордену «Серебряный щит» посмертно. Вано ушел на армейские склады к свободе, где легкостью характера и оптимизмом быстро заслужил всеобщую симпатию. В конце концов, он возглавил небольшую группу исследователей, которая занялась изучением аномалий. Немногие заметили исчезновение бродяги, единственного человека, который пытался понять, что произошло с монолитовцами, и помочь им. Старший лейтенант Соколов продолжил летать над территорией зоны
и был сбит наемниками над Лиманском. Через две недели его, выжившего не иначе как чудом, возле кордона подобрал патруль. Вскоре Соколов покинул ряды ВВС и перешел в гражданскую авиацию. Во время особенно мощного выброса группа сталкеров была вынуждена искать укрытие в старой барже Ноя. Вскоре судно атаковали снорки, и ребята поняли, что они оказались в небольшой, но приличной крепости. Особое изумление вызвал выводок щенков псевдособаки, которые вместе с Ноем помогали оборонять баржу от мутантов. Преодолев алкогольную зависимость, Кардан ушел со Скадовска. Сталкеры говорили, что он искал своих пропавших товарищей. Через несколько дней, израненный и облученный, Кардан вышел к станции Янов. Но, едва подлечившись, ушел из зоны навсегда. Стрелок передал руководству СБУ добытые на станции данные. Эта информация подтолкнула правительство к созданию научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны. Место главного научного консультанта в нем занял сам Стрелок. Командир группы СКАД полковник Ковальский после возвращения из зоны доложил начальству о причинах провала операции «Фарватер». После долгого разбирательства и многих попыток переложить на него всю ответственность, полковник с почетом ушел в отставку. В общем, хэппи-энд, все счастливы, все при наградах, все довольны. И сейчас буду играть просто потрясающая песня, она мне очень нравится, поэтому если вам нравится, то слушайте, если нет, то можете включать, но мне она нравится очень сильно. Взрывая мгновение через сотни лет, мы растаем в пыли своих надежд. Оставляя поколениям горький след. И в памяти лица близких нам людей, праздник красных флагов, звонкий смех детей. Все исчезло, остались слезы среди камней. Так вот все резко закончилось почему-то. В общем, всем удачи, всем пока. С вами я был Антон Чейз. С вами была потрясающая игра Stalker Зов Припяти. Я в ближайшие дни начну новую игру на канале проходить. У меня есть варианты, но я еще не решил окончательно. Скорее всего, это будет какой-нибудь, ну, типа Сталкера. В общем, я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Ну, а там еще может быть что-нибудь другое.
На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Ставьте лайк, если вам понравилось мое прохождение по сталкеру. Не болейте и всяческих вам благ.